Власти Колымы рассматривают вопрос об обязательной вакцинации населения от COVID-19. Такое решение приняли из-за вспышки заболеваемости в области. На данный момент привито почти 40% от плана. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они относятся к обязательной вакцинации. Никак. Ну нет у меня позиции к этому вопросу. Никак вообще. Не хочу, я против. У меня сама прививка. Нормально отношусь. Не знаю еще. Я не думала, что это. Положительно. Всех надо вакцинировать, всех абсолютно. Хорошо. Я нормально, я уже ее прошел.